Если бы я знал, как создать измерянитель, где бы я был? А! Мисс Зуркон предлагает только качественный товар. Привет. У меня к вам такой вопрос. Вы случайно не знаете, как построить измерянитель, а? Рэтчет? Рэтчет! Гэри! Твоя слава тебя опережает. Тебе нужен межпространственный архив. Моя ученица поможет. Но... На город напали. Как ты узнал? Пойду разберусь. Я вроде еще помню, как бороться с захватчиками. Видимо, прихвостни Нефариуса ищут тут Ломбокса. Это же не по моей вине, Ломбокс, а так здравствуйте. Удачи, Рэчет. Я должен служить императору, а вместо этого коллеги поручили мне охранять периметр. Еще один город спасен. А теперь пойдем в архив. Обнаружена межпространственная аномалия. Нет! Эй! Как же неловко. Ты в порядке? Грохнуться с такой высоты? А ты кто? Прости, я... Вы с ним так похожи. Я Рэтчет. Я ищу здесь, Гэри сказал, его ученицу. Мне нужно создать измерянитель. Ой-ой. Ну, я мало чем могу помочь, потому что мой архив уходит. Как же теперь туда залезть? А, так это ты его ученица. Может, может, мы объединим усилия? Я... Из меня плохой напарник. Давай так. Если не выгорит, хотя это вряд ли, просто разбежимся, без лишних вопросов. Команда!
Да. Команда. Временно. Чтобы попасть в архив, нам нужно спасти монахов от солдат Нефариуса. Эти реактивные ботинки помогут нам пересечь плато. Чтобы попасть в архив, нам понадобится помощь послушников Гэри. Они должны быть в храмах. Первым делом — храмы. Слушай, а как тебя зовут-то? А, я KD-7461. Рад познакомиться. Поблизости есть три храма. Горный храм, храм Дремучего леса и еще храм Святой Пустоши. Мы зовем его храмом Пустоши. Они взяли монахов в плен! Рэтчет, мы должны их спасти. Без них... к архиву не попасть. Мы их вытащим! Обещаю! Что? Ты в порядке? Да, прости. Просто я давно не видела сражение в песне. Нефариуса ликвидировал. Спасибо, Рэтчет. Рад помочь. И навалять слугам Нефариуса. Рэтчет, терминал. Мне нужно к нему. Братья, как хорошо, что вы все целы. Мы это, очень рады тебя видеть, сестра KT-7461. Солдаты Нефариуса нашли остальные храмы? Не знаю. Но мы сообщим брату Гэри, что вы нас спасли. Удачи вам, сестра. И Лоуренс. Осталось еще два храма. Монахи будут держаться изо всех сил, но они не знают, насколько император жесток. Мы их защитим. Слушай, KT-7461, у тебя есть прозвище? Монахи зовут меня сестрой. Это скорее обращение. Давай подумай. Может быть, Китти? Придумал. Солнышко. Твое прозвище.
Ты ведь желтая. Совсем не похожа. Кит? Ладно, я еще подумаю. Можно я задам тебе один вопрос? Как ломбокс? Задавай. Но я не то чтобы эксперт по ломбоксу. Я вроде как последний в своем измерении. Я из другого. Да, я знаю. Знаешь? Я ведь ученица Гэри. Ломбоксов? Что это за штуковина? Может, поспрашивать? Вдруг кто-нибудь знает? Храм Дремучего Леса. Император не проявляет к ним никакого уважения. Надо его проучить! Не слушайте его сплетников! Своих братьев. Система довольно старая и путанная. Чтобы отключить поле, придется повозиться. Работай спокойно. С ними я разберусь. Я поспешу. Солдаты идут от главного входа. Я разберусь. Будет этот
вместо маленького флота! Спасли нас, сестра и Рэтчет. Спасибо. Остался всего один храм. Еще один храм. Всего один. Мы найдем. Обещаю. Я говорю. Не стоит. Придумывать мне прозвище. Дружить со мной. Мне кажется, ты слишком строга к себе. Откуда тебе знать? Мы только познакомились. Но Гэри тебе верит. Монахи тебя любят. Может, зря ты поставила крест на дружбе? Я подумаю. Что ты хотела узнать насчет ломбоксов? Мы предполагаем, что именно ломбоксы возвели здешние храмы. Ты знаешь, зачем им было их строить? Не знаю. Думаю, чтобы скрыть от всех знания об измерении. Ясно. И спасибо.
Ты нашел мою ученицу! Вы оба молодцы! Вы готовы вступить в горный храм? Отлично! Тогда? Ну, готовы эмоционально. А так вам еще нужно преодолеть защитную систему храма, которую мы любовно называем тропой гибельных испытаний. Не люблю испытания. Вы к ним готовы, я уверен. Желаю удачи! Активные ботинки с помощью Кейти. Вперед! Следуй по тропе как можно быстрее! Не переживай. Почти все вокруг выше меня. Ниже только Кла... мой лучший друг. Рэчет! А! Мы успели! Следующий алтарь впереди. Дальше. Да, верно. Я бы не справился. Теперь поможем монахам. Туман раздражает так же, как неизбывный оптимизм монахов. Термин.
терминалу. Мне нужно их освободить. О, нет. Зета вирус. Если я подключусь к терминалу, он перекинется на меня. Моя подружка-глючка разберется. Сейчас, ну-ка. Я рада, что вы целы. Но нам нужна помощь, чтобы попасть в архив. О, да. Встретимся в городе. Мы соберем всех и устроим вам проводы. Добрались! О, спасибо, что освободили моих братьев. Гэри, нам нужно скорее в архив. Дело срочное. Сейчас. Братья, ну-ка смажем пространственные колеса. После вас. Я понял! Ха-ха!
машина! Мы не позволим вам это сделать! Архив работает на спиральном генераторе. Если его включить, мы сможем войти. Тогда сейчас мы включим этот генератор. Поле отключается. Есть!
архив открыт. Заходим в него. Хорошо. Карта не пострадала. Эти символы ни с чем не спутать. Ломбаксы. Это они построили. Мой отец был хранителем измеренителя. Ну, в смысле, изначально. Отдал все, чтобы тот не попал в чужие руки. Прости, пап. Ты по ним скучаешь? По ломбаксам? Трудно скучать по тем, кого не знаешь. Но, да, наверное, да. Я понимаю. Может, ты их еще найдешь? Сперва выясним, можем ли мы построить измеренитель. Можем? Да. Но для этого нам нужен Горн со станции Кидару, самого охраняемого форпоста в галактике. Ну что, тогда погнали, KT-74. Рэтчет? Знаешь, Кит мне нравится. Значит, Кит. Нет! Пора уходить! Нужно защитить архив! Времени нет! Тогда прощай, Рэтчет. Из меня плохой напарник. Да, было страшно, но в то же время круто. Ты не понимаешь. Со мной опасно быть рядом. Меня создали как оружие, чтобы я охраняла империю. Однажды на службе я заметила мятежника в имперской зоне и попыталась задержать. Это... мое предназначение – калечить. Я не хочу, чтобы кто-то еще пострадал. Поэтому я не могу полететь с тобой. Ну, здесь-то все получилось, а? Да. Похоже, получилось. А уговор был такой. Если с этой задачей мы с тобой справимся, то... Ты хочешь продолжить? Ты очень странный, Рэтчет. Это мне уже говорили. Идем? Может, один разок? Да, я попробую.